Понад три десятки юних спортсменів з усієї України приїхали на Закарпаття, щоб поновити свої тренування, привести себе у форму та підготуватися до майбутніх змагань. У нас на даний момент присутствує 31 спортсменша, 31 спортсмен, так скажемо. Дівчатки приїхали з різних городів. Как бы не было в наше время трудно и тяжело, но все наши возможности, средства и приехали. Я понял, что все соскучились по боксу, особенно вижу по этой работе, которую мы сегодня первый день сделали. Все хотят, все стараются, все просто рвутся в бой. Наразі боксери готуються до чемпіонату Європи з боксу серед юніорів, який відбудеться в Італії. У нас впереди главный старт. С 23 сентября по 2 октября в городе Манца, Италия. Италия, будет первенство чемпионата Европы. И вот мы туда и готовимся. У нас первый сбор. Это первый сбор, поэтому здесь наша задача просто девочек просмотреть, такой сбор ознакомительный, чтобы некоторые девочки я очень хорошо знаю, потому что они были у меня в прошлом году. Среди вот этих девочек, которые здесь присутствуют, которые тренируются, есть 4 чемпионши Европы. В прошлом году они выиграли, Европу выиграли. Поэтому сейчас новые девочки пришли в команду. Поэтому будем стараться, чтобы как можно больше у нас было победителей чемпионата Европы. Мукачева обрали не випадково. Старший тренер збірної України серед юніорок Валерій Хлистов анонсує, що формуватимуть команду, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи саме тут. Тут очень так все компактно, все удобно. Вот именно для нашего сбора, для вот закрытая, во-первых, территория закрытая, да. Питание, хорошее питание. Значит, условия проживания, ну, скажем, не очень хорошо, но живут по 4-6 человек в комнатах. Это сами понимаете, немножко неудобно. Но учитывая ценовую политику, что здесь устраивает всех, понимаете, всех устраивает. Поэтому мы здесь собрались. Конечно, есть условия получше, но там все дороже стоит. А учитывая то, что они переведут все почти за свой счет, поэтому это их устраивает. Поэтому я думаю, что мы хотим здесь же, в Мукачево, провести 6 по 10 августа отборочный турнир. Команду будут отбирать здесь. И команда будет уже поедет на Европу. Несмотря на это трудное время, что там война, тогда очень... Но мы живем, работаем и будем жить и работать. Дівчата тренуються у посиленому режимі, адже через військові дії Росії спортивний режим спортсменок значно змінився. Тут почувають себе добре. Про Закарпаття відгукуються позитивно. Я сама з міста Дніпра, і там зараз, ну, є можливості, але не дуже велика проводити тренування, тому що, ну, рядом Дніпропетровська область бомбять, і взагалі Харків, ми з Харковом граничимо. Вот, поэтому сейчас это очень хорошая возможность поехать подготовиться. Там, где тихо, нет сирен. У нас приехала большая команда, с нами приехала 3 тренера, и главный тренер тоже с нами приехал. Перше тренування, зважування та ряд інших спортивних процедур провели у приміщенні спортзалу Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича. Приїхала я з Харкова. Зараз ми готуємося, скажем так, нескольким міжнародним турнірам і чемпіонату Європи, який буде вже в кінці сентября. Конкретно вот на даний момент ми готуємося к общему збору з збірною Італії. Как подготовка проходит, очень хорошо, потому что здесь, во-первых, есть вообще возможность как-то готовиться, потому что нету ни сирен, ничего нет, то есть здесь спокойно, нормально, есть зал, хорошая атмосфера спокойная, то есть спасибо большое, что нам вообще его выделили, что нам дают вот возможность так готовиться. Дівчата продовжують працювати над собою, розвивати свою майстерність та знайомитися з нашим мальовничим краєм. Местных спортсменов среди девочек я не встречала, из тех, кто был, там мальчики очень хорошо, хорошие, такие добрые, нормально открытые люди, то есть тренера хорошо приняли, один из тренеров нас взял жить к себе, ну вот, в частности, меня. Ну вот, когда я ездила по городу, общалась, люди хорошие, открытые, то есть относятся абсолютно нормально, нету никакого такого презрительного отношения, как я читала, что может быть на Западной Украине, то есть здесь хорошо относятся, нормально все. Закарпаття стало осередком розвитку бізнесу, спорту та творчості. Тут талановиті українці, які вимушено покинули свої домівки, мають змогу продовжувати свою діяльність, щоб потім гідно представляти Україну на міжнародних чемпіонатах.